Всем привет! Мой ежедневный комплекс гимнастических упражнений обычно заканчивается так называемой перевернутой позой. Это поза, сменяя положение туловища, ноги вверх. Это стойка на руках махом и толчком. Это упражнение делается возле стенки, если вы не готовы еще. Чисто двигательно. Выполняется таким вот образом. Лицом к стенке, махом и толчком выполняется стойка на руках. Вытягиваете носочки и фиксируете. Ходите. Вот это упражнение очень полезно для тренировки вестибулярного аппарата и тренировки сосудодвигательного центра. То есть перевернутые позы, они все благотворно влияют на организм. Но это нужно делать только уже подготовленному человеку, чтобы избежать всяких проблем с головой. Ну, так как я занимался раньше и постоянно занимаюсь, для меня это нормально. Спасибо всем за внимание.